Здравствуйте, друзья. Мы не прощаемся. Я рассказываю про биологию амурского леопарда. Как узнать? Этот представитель подсемейных больших кошек действительно имеет внушительные размеры. В России длина тела животного без учета хвоста колеблется с 90 до 190 сантиметров, а вес самцов от 60 до 80 килограмм. Хищники, населяющие леса, обычно меньше и легче. Образ жизни и биология. Леопард остается типичной кошкой, которая гуляет сама по себе. Он предпочитает охотиться ночью и всегда в одиночку. Площадь индивидуального участка может достигать 400 километров. Но если биотопические ресурсы ограничены, может быть и значительно меньше. Леопард всегда охотится из засады, часто прячась в кроне деревьев. А когда добычи поблизости нет, он может просто немного полежать, отдохнуть, как обычная кошка. Обычно молчаливые самцы леопарда амурского становятся чрезвычайно громогласными и агрессивными в конце осени. Это у них брачный период. Интересно, что когда после 3 месяцев беременности у самки рождаются слепых котята, самец не оставляет мать. Одну ее логове. Он периодически навещает свою семью, помогает добывать корм для детенышей. Молодые леопарды становятся самостоятельными примерно через 2-5 лет после рождения. Питание этот хищник отдает предпочтение копытным. Но не откажется от лисиц, волков, различных грызунов и пресмыкающих. На человека практически не нападают. В дикой природе звери живут около 10-12 лет, в неволе могут достигать и 21-летнего возраста. В прежние времена считалось, что леопард — это гибрид льва и пантеры. И название животного произошло от двух слов — леон, лев и пардос, пантера. Однако это не так, ведь леопард и пантера – это представители одного и того же вида. А вот уже гибриды леопарда и других кошачьих – реальность. Например, леопод представляет свой гибрид самца леопарда с альбицей. Леопард был впервые официально зарегистрирован в 1910 в Индии. Уже в середине 20 века их специально разводить в зоопарках Германии, Японии и Италии, но как все гибриды, леоны оказались бесплодны. Другой гибрид, ягопард, рождается от скрещивания самки леопарда с самцом ягуара. Согласно анализу ископаемых остатков, первый предок леопарда появился примерно 3 миллиона и 8 лет назад. До свидания. До следующих выпусков.